Дорогие друзья, позвольте нам представить «Кнопку жизни» – социальный проект, который направлен на оказание услуг пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Этот проект был рожден в этих стенах, в Московской школе управления Сколково. Проект зарождался, когда мы обучались в Штатах на модуле предпринимательства в MIT. Мы изучали бизнес-модели мобильной медицины, и одним из доступных и понятных проектов оказался проект «Кнопка жизни». Это мобильная сигнализация, при помощи которой можно вызвать помощь, нажав одну кнопку. Ключевая проблема, которую решает наша услуга – падение. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями часто падают. При этом по статистике половина из них не в состоянии самостоятельно подняться, а большая часть из них даже набрать телефонный номер, чтобы позвать на помощь. В России 18 миллионов пожилых людей и 17 миллионов инвалидов, половина из которых по статистике многократно упадет в этом году. На сегодняшний день нами разработано два вида приборов. Первый прибор для домашнего использования, для тех клиентов, которые в основном проводят время дома, которые малоподвижны. Этот вариант состоит из кнопки. При нажатии кнопка отправляет радиосигнал и активирует базу. База, в свою очередь, либо по GSM-каналу, либо по фиксированной связи дозвонится до нашего колл-центра. Также этот пакет может быть дополнен датчиком падения на стену, либо датчик падения может быть вмонтирован в кнопку. Второй вариант, он для уличного использования, это, по сути, GPS-трекер, который тоже может быть активирован нажатием на кнопку, а также кнопки могут быть запрограммированы на различные телефоны. Нашим конкурентным преимуществом является встроенный в кнопку датчик падения, отправляющий сигнал в том случае, когда человек не в состоянии самостоятельно нажать на кнопку. В настоящий момент кнопка жизни готова к масштабированию бизнеса, которому необходимы дополнительные инвестиции. Ключевым достижением является то, что у нас есть команда, в которой закрыты основные компетенции. Мы на стадии подписания соглашения о партнерстве с одним из мобильных операторов. У нас есть замечательный офис, который нам предоставлен инкубатором Сколково. Также есть интерес со стороны СМИ, к примеру, в газете «Ведомости» от 20 мая есть большая статья о кнопке жизни, также в «Коммерсанте» и в других СМИ. В июне мы запускаем продажи в тестовом режиме на 150 клиентов. Поддержите наш проект. Голосуйте за кнопку.